Привет, друзья, мы сейчас находимся в Мамиле, Мамила-центр. Я сейчас поверну вам камеру, чтобы было видно, что тут происходит. Если получится. Не получится, вот так буду стоять. Сейчас здесь празднуется 50-летие со дня освобождения Иерусалима. И весь Иерусалим в подростках с флагами. Короче, вот такие дела. Праздновать День города, короче говоря. А мы сейчас идем на съемки прямого эфира из Иерусалимской студии телеканала ТБН. Смотрите нас в 7 часов вечера по московскому времени на телеканале ТБН www.tbn-tv.com/online. Увидимся. Пока!